Всем привет! Вы на канале Звездный Социум. В этом видео заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, почему нельзя прожить на 50 тысяч рублей и сколько он зарабатывает сам. Итак, к новостям. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью, что в месяц тратит не менее 1,5–2 миллиона рублей, отметив при этом, что не представляет, как звезды шоу-бизнеса могут прожить на 50 тысяч. В частности, он прокомментировал высказывания Лейсан Утяшевой и Никиты Джигурды, которые заявили о готовности прожить в месяц на эти деньги. Цитата. «Учитывая, что я занимаюсь продюсерской деятельностью, мне нужен не 1 миллион. Потому что я инвестирую деньги в творчество, в артистов, в музыку, в клипы. Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят». По его словам, со значительно меньшими доходами можно было и не мечтать о швейцарском образовании для детей, а также о достойных клипах для его жены, певицы Валерии. При этом он признался, что работает с 12 лет. И не может позволить оставаться себе в зоне заработка 50 тысяч. Продюсер также отметил, что он не согласен, что на эти деньги можно прожить в принципе. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут по факту на 50 тысяч рублей в месяц. Например, нельзя на эти деньги купить дом в Испании или полететь отдыхать. Это все легенды. Иосиф Пригожин также подчеркнул, что воспитывает 6 детей и вынужден содержать массу близких родственников, отметив, что этих денег, 50 тысяч рублей, ему бы точно не хватило, а конкретно менее 1,5–2 миллионов рублей он просто не может позволить себе физически зарабатывать. А как вы думаете, 50 тысяч рублей – это достойные деньги? Пишите в комментариях. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.